Технологии, инновации и сервисы для удобства потребителя – это то, о чем мы сегодня говорим. И Роман Левин как раз представляет компанию, которая уже позаботилась не только о потребителях, но и о том, чтобы им было удобно в будущем. Роман, расскажите поподробнее. Во-первых, здрасте. Здравствуйте, Роман. Расскажите, какой продукт вы представляете, какой бизнес представляете и как это помогает жизнь потребителя делать ее комфортнее. Собственно, мы ускоряем обслуживание в ресторанах быстрого питания и в столовых, благодаря чему мы можем сократить очереди в несколько раз. В частности, наше решение позволяет, если в обычном ресторане вы набираете еду на поднос, ее сканирует кассир, то наше решение автоматически производит сканирование и вместо кассира выбирает эти продукты. Таким образом, обслуживание одного клиента сокращается до нескольких секунд. Я думаю, что за этим на самом деле будущее. Совсем скоро такую технологию будут обращаться к вам сетевые компании, внедрять уже, наверное, в свои магазины. Единственное, только есть опасение, что, наверное, это пока еще очень дорого. Как вы думаете, когда это станет уже чем-то повседневным, обычным, когда мы, приходя в магазин, будем набирать необходимые товары, просто выходить, у нас автоматически будут списываться деньги с карточки? Ну, на текущий момент такое решение представлено только интернет-гигантом Amazon в Америке. Вот, такие системы разрабатываются в России, однако для этого потребуется, наверное, несколько лет, 5-10 лет, чтобы внедрить повсеместно. Но вот, пока в России нет таких компаний? Компании, которые разрабатывают, есть, и в рамках других компаний тоже есть решения, но пока они не работают, все в процессе разработки. Слушайте, я надеюсь, что действительно совсем скоро мы будем ходить в магазины и забудем о том, что такое очереди, стоять на кассе, сканировать каждый продукт, потому что это действительно технология, которую хочется видеть, которую хочется внедрять, и, безусловно, я думаю, что она принесет исключительно пользу. Ну, мы сейчас этим занимаемся, по крайней мере, мы выполняем маленькие шаги. Это сканирование продуктов на кассе развесных, там фруктов, овощей, конфет, на весах самообслуживания и также для ресторанов и столовых. В каких сетях и крупных магазинах представлены ваши технологии? Мы пока небольшой стартап, и мы активно ищем клиентов для сотрудничества, вот, потому что у нас огромные амбиции, отличная команда, максимально открыто сотрудничество. И вот. Инсайдерские цифры для вас, потому что сегодня я общался с генеральным директором Метро России, и он сказал о том, что в этом году здесь на Метро Экспо присутствует 20 тысяч предпринимателей. Вот я хочу пожелать вам, чтобы вы установили максимальное количество полезных продуктивных контактов, и чтобы совсем скоро ваша технология действительно была внедрена в жизнь, и чтобы мы, приходя на кассу и приходя в магазин, уходили оттуда счастливыми и довольными. Спасибо огромное за пожелание. Мы очень рады и готовы сотрудничать не только вот с теми посетителями выставки, но и со всеми остальными. Желаем успехов в бизнесе, желаем успехов в вашем деле, собственно. Ну и вперед, в будущее. В общем, как вы понимаете, если вы работаете в ритейле, это еще один лайфхак в копилку, как сделать жизнь ваших потребителей, ваших покупателей и заказчиков проще.